Снизить скорость, едва заметив полицейского – обычная практика городских автолюбителей. Сотрудники госавтоинспекции решили использовать страх водителей перед штрафами для профилактики аварийности на дорогах и установили в Иванове несколько картонных муляжей. Фигуры выставили вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, которые являются наиболее аварийно опасными. Бумажных полицейских и авто с мигалками можно встретить на улице Куконковых, Свободы, Некрасова и на проспекте Текстильщиков. Если у граждан, у жителей города Иваново, которые ежедневно ездят по этим улицам, муляжи вызывают улыбку, то у гостей города, у тех граждан, которые проездом через наш город, это действенная мера снизить скорость, осмотреться по сторонам и, так сказать, соблюдать правила дорожного движения.